Магус Утопия поразил весь зал шоу талантов. Прямо на сцене он улегся спать, а после из-под одеяла вместо него появилась девушка. Спустя несколько секунд во время отвлекающих танцев, Магус появился из облака искр и дыма совсем в другой одежде. Затем иллюзиониста поместили в клетку, которую обмотали пленкой и подняли в воздух. Несколько раз проткнули и подожгли. В итоге нам показывают фокусника, который проснулся все в той же кровати, как ни в чем не бывало. Давайте разбирать представление поэтапно. Волшебник лежал на левой части кровати. И когда его помощник испугал ведущих, из секретного углубления правой части вылезла девушка. Фокусник быстро поменялся с ней местами, а затем во время переката кровати он перепрятался уже в углубление платформы. Во время искры он оттуда вылез и быстро снял верхнюю рубашку. С клеткой все примерно так же. Пока ее заматывали, он переместился в платформу под клеткой, и пока ее поджигали, Магус перепрятался в кровать.